Череда мероприятий, посвященных 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, началась задолго до самого праздника. Участие в них приняли сами ветераны и труженики тыла, учащиеся школ, бойцы военно-патриотических клубов и поисковых отрядов, члены организации «Боевое братство», многочисленные представители общественности. Это еще одна возможность. Я обращаюсь к школьникам, к ребятам, чтобы посмотреть историю своего города. Посмотреть историю своей семьи. Еще живы ветераны, еще живы ваши бабушки, дедушки, которые перенесли ужасы войны. Сможете составить, а это нужно сделать, обязательно сделать, летопись своей семьи. Я прошу также школьников относиться бережно и внимательно к этим людям. Чаще приглашать их к себе в школу. На свои собрания в класс. Одним из наиболее масштабных мероприятий стала традиционная вахта памяти, участие в которой за предпраздничные дни приняли сотни школьников. Хочу сказать, что именно вахта памяти – это прекрасное событие, которое должно быть многие-многие годы в нашем районе, не только в районе, потому что это должно быть и в каждом городке, в каждом поселении нашей великой родины, нашей страны, потому что с каждым годом у нас становится меньше и меньше наших дорогих, наших уважаемых ветеранов. И мы должны помнить то, что они сделали для нас. Одно из центральных мест на праздничных мероприятиях отводилось почетному караулу, состоявшему из юных курсантов военно-патриотического клуба АТЦ «Альфа» имени Героя России Сергея Фирсова. Когда стоишь на карауле, ты понимаешь, что ты несешь большую ответственность, то, что ты должен стоять смирно, не обращать ни на что внимания, потому что тем самым ты отдаешь честь ветеранам, дедам, прадедам, которые погибли в боях за родину, за отечество. У каждого учебного заведения района есть свое место проведения вахты. Например, у лицея номер 2 – это Баковский мемориал, у гимназии ОГИ – обелиск в Мамоново, у кого-то памятник маршалу Жукову, у кого-то – мемориальные доски. Всего в городском поселении Одинцово 12 крупных памятников Великой Отечественной войны. Здесь, где мы сегодня стоим, не было боевых действий активных. Но здесь, в тылу, можно сказать, в ближайшем тылу, люди трудились на заводах и фабриках и обеспечивали фронт. И когда потребовалось, мужчины пошли на фронт. Отсюда мирные наши граждане, наши земляки, это учителя, рабочие, врачи, которым не предназначено было воевать. Им надо было заниматься мирным трудом. Вот так получилось, что они встали на защиту Родины и погибли, защищая наше Отечество. До Дня Победы остается всего несколько дней, и они пройдут не менее насыщенно. А 9 мая одинцовцев ждет парад, большое число спортивных мероприятий, полевая кухня, концерт на Центральной площади и, конечно, праздничный салют. В канун 9 мая, естественно, хотелось бы поздравить прежде всего ветеранов, участников войны. Потому что самый молодой участник войны у нас сегодня за 80 лет. Это 84-85 лет. Смотря на них и дивишься просто их энергии, тому жизненному запалу, сегодня, смотря на них, думаю, что они моложе многих молодых людей, потому что они постоянно участвуют во всех мероприятиях, они встречаются с молодежью, они им рассказывают о том, что они делали, о той правде, которая существовала в годы войны. Поэтому мне хочется пожелать прежде всего им здоровья, счастья, чтобы родные и близкие были всегда с ними рядом, чтобы они их любили, чтобы все горожане помнили, чтобы мы помнили о них, о тех людях, которые воевали в годы Великой Отечественной войны. Еще не отпразднован День Победы, а в Одинцово уже идет подготовка сразу к двум памятным датам – 70-летию начала войны и 70-летию обороны Москвы. Петр Горохов, Мария Шматкова, Дмитрий Цибулевский, Александр Мельханов, телекомпания «Одинцово».